Тесла отзовет больше 125 тысяч автомобилей из-за неисправной системы в ремнях безопасности. Как сообщает CNN, транспортные средства не соответствуют техническим требованиям. Отзыв затронет автомобили рядов модель X, Y, S и модель 3. В компании заявили о выпуске обновления программного обеспечения для устранения проблемы в ближайшее время. Отмечу, ранее Tesla отозвала 200 тысяч автомобилей в США из-за неисправности ПО, затрудняющей видимость при движении задним ходом, и почти 4 тысяч пикапов с обертков за проблему с педалью акселератора.